Когда получили первые заказы? 17 мая. По каким адресам? Одесса 1 и Мира 17 мая. Какие были инструкции? Прийти и забрать деньги, положить на счет и забрать свои 10%. Когда забирали денежные средства, кем представлялись? Русланом. Сколько денег забрали и у кого? У живых людей по 200 тысяч. Сколько раз? 2 раза. Что с ними потом сделали? Причислили на счет и процент себе. Процент сколько составлял? 10%. Ранее судимы? Нет. Вину признаете? Нет.